Всем привет, с вами ваша Маша, и это вторая серия по челленджу Харли Квин. Вот у нас Харлин сидит на стуле и читает какой-то журнал, вроде бы знаменитости и что-то такое. Итак, сегодня мы не пойдем на работу, сегодня мы пойдем развлекаться, то есть в клуб. И может быть даже встретим какого-нибудь мужчину-доктора. Ну да. Ну, а потом пойдем кататься на коньках с ним и... Ну, короче, давайте быстрее начнем. Итак, Харлин, тебе бы дочитать эту книгу? Через 2 минуты? Нет, мы 2 минуты не можем ждать. Итак, давайте же тогда сходим в туалет и поедим, чтобы все потребности были удовлетворены. Не могу выговорить. Итак. Ты пока иди. Я думаю, что ее нужно будет переодеть в клуб, так как, ну, все-таки там же нужно выглядеть как-то по-модному. Так что я ее переодену в красивый какой-нибудь наряд, а вы потом посмотрите и надеюсь, вам понравится этот наряд. Ну, да. Ну, ты что там делаешь? Да то, что серьезно. Тебя так долго ждать? Итак, да, мы пойдем кататься на коньках, но я думаю, пойти бы нам вместе или раздельно. Короче, так, ты, наверное, не будешь есть, потому что у тебя нормальная шкала. Итак, все, пошли. Итак, ну давайте тогда встретимся в клубе, так как, ну короче, встретимся там. Sometimes it burns, sometimes it hurts. When you say my name, but thinking of hers, I don't wanna know, don't want you to go and leave me behind. No, I don't wanna see if it isn't me who's on your mind. To do.